Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется Sticky Words. Проект из серии Bob Points. Значит, что он нам предлагает? Минимальный вывод отсюда 3 центов. Далее. Пакет стоит 1,25 центов. За 25 центов нам дают 750 баб-поинтов. Ну, минималочку я вам сказала. Здесь все прочтете. Вот здесь вопросы-ответы. Кликните, сами прочитайте. Я уже останавливаться не буду. Ни группы, ничего здесь нет. Значит, далее пойдем. Так, есть, что у нас здесь? А, платежи. О том, что проект платит. Люди выводят. Так, давайте перейдем к регистрации. Я зашла сюда вчера. Здесь все по-простому. Так, имя, email, email, username, два раза пароль, капча, галочка стоит, нажимаем зарегистрироваться. Я же зайду в кабинет. Сейчас загадаем капчу. Светофоры. Подтверждаем. И заходим. Так, значит, что у нас? Это наша домашняя страничка, друзья. Это Purchase баланс, баланс вывода. Здесь можно посмотреть группы. У меня на балансе 2865 баб-поинтов. Я в первой группе. Я, как уже сказала, зашла вчера. Я рискнула и закинула $1. Я никого не призываю сюда инвестировать. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Я сама зарабатываю, я сама и теряю. Если что уж на то пошло. Вот. Это риск, конечно же. И я прекрасно, меня никто за руку сюда не тянул. Потому что без вложений здесь работать я тоже там не хочу. Ну, значит, далее поехали. Это наша партнерская ссылочка. Давайте теперь группу посмотрим. Значит, здесь первая группа от 200 баб-поинтов и 8 центов в день. Сейчас я все вам покажу. И раз вывод здесь инстантом, проверим его на вывод, естественно. Ну, группу просмотрите здесь, да, от 200. Можете без вложений набираете 200 монет и переходите в первую группу. Далее. Так, здесь что? Давайте в аккаунт вернусь. Как я пополняла? Здесь я ADD фонд нажала. Выбираем платежные реквизиты. Сюда сумму. Нажала Send и меня перебросило на платежную систему. Далее я пошла отпак купить. Значит, на $1 я купила 4 AD пакета. Сюда поставила циферку 4. Сюда название сайта, сюда реферальную ссылочку сайта. Ну, здесь уже автоматически все подставилось. Здесь также можно пополнять баланс уже заработанных денежных средств. И нажала купить. И у меня начислились мои баб-поинты. Я вчера закинула, у меня вчера не было рекламных ссылочек денежных. Они появились только сегодня. Далее, здесь вкладочка вывода. Это мы проверим. Здесь вкладочка рефералы. Баннеры. Здесь два баннера. И также находится партнерская ссылочка.
Здесь прямые рефералы будут отображаться. Так, сеттинг, персонал сеттинг. Прописываем платежные реквизиты. Вот сюда вставляем пароль, внизу вот сюда, который указывали при регистрации. Нажимаем сохранить. Далее, здесь история, депозит история. Вот мой доллар, я вчера закинула. Давайте теперь где просматривать рекламку. Вот здесь Earn Money. Здесь просматриваем BAP Points. По 2 штуки нам дают. Кликаем. Ждем. Загружается шкала. Капчи нет. Все, галочка. Зачет. Это BAP Points. Теперь вот эти денежные ссылочки от Pite ADS. И вот мои денежные ссылочки. Давайте одну просмотрим. Опять ждем. Загружается шкала. Все, мне зачет. Ставлю на паузу, друзья, и просматриваю все денежные ссылочки. Также здесь есть ПТС, АДС. Вот. Просматривать. Я просмотрела уже. Сюда здесь тоже можно просмотреть. Ждем, загружается шкала. Как бы дополнительный заработок. Все. Я просмотрела денежные ссылочки, бонусные ссылочки, ПТС, АДС. Возвращаюсь в аккаунт. И у меня на балансе 8 центов. Теперь давайте проверим на вывод. Выводить я буду на Pair. Кликаю вывод. Переводим на русский. Давайте вот так переведем. Платеж переведен. Идем на Pair кошелек, где он у меня. Я перезагружаю страничку. Да? Выплатил. 21 декабря. Перевод выполнен. .07 центов. Инстант вывод. Стики верс. Все замечательно. Пока платит. Ну а там уже как он себя поведет, время покажет, друзья. Возвращаюсь в аккаунт. Теперь идем история. История вывода. И вот мой вывод. Ну, как-то так. Вот хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Здесь вот баннер кредиты есть. Ну, мне что-то здесь вот с баннерными кредитами немного не понять. Кликаю. PaytoClicks. Вот баннер AD. Кликаю сюда. Ага. Здесь можно загружать также и баннерную рекламку. И я с удовольствием это, конечно же, сделаю. Значит, что у нас? Заглавие. Целевой URL. Реферальная ссылочка. Какой вы сайт захотите прорекламить. И ссылочка на баннер 468/60. Сюда вставляете. И кликаем отправить. Вот так вот загружаем баннеры. Да, и после регистрации у вас будет баннеры. Значит, вот они здесь. Значит, 10 тысяч баннеров, по-моему, если память не изменяет. У меня вчера, я не пополнялась еще, когда у меня уже было, как бы, там бонусные дают. Вот, ну, в принципе, на этом все. Продолжение, естественно, будет следовать. Буду. Сначала нужно вернуть свои денежные средства, а потом уже выходить в прибыль, чтобы плюс. Как он себя поведет, покажет время. До новых встреч!